Сдать кровь – спасти чью-то жизнь. В Химках провели очередную акцию по сбору донорской крови. Только в первые часы работы медиков в многофункциональном социальном комплексе «Восход» около 40 химчан. Среди них муниципальные депутаты, общественники, активисты Молодой гвардии «Единой России». Любая донорская акция и вообще призыв к доброму делу – это очень легкое направление, где можно привлечь неравнодушных жителей. Наверное, самое главное – это лучше информировать население о том, что такие акции проходят. Участие в акции приняла Надежда Смирнова. Муниципальный депутат рассказала, какие рекомендации стоит соблюдать перед сдачей крови. За 3 дня нельзя пить обезболивающее и жаропонижающие медикаменты, потому что они увеличивают свертываемость крови. За 2 дня нельзя употреблять жареную и жирную пищу. За один день до одного дня нельзя употреблять алкоголь. Для доноров предусмотрены приятные бонусы. За сдачу крови есть горячее питание здесь бесплатное, ну и денежная компенсация, а также 2 дня справка на отгулы, которые можно дать работодателю. Многие боятся сдавать кровь, однако процедура практически безболезненная, а объем крови в организме восстанавливается уже через 36 часов. К благотворительной акции присоединился муниципальный депутат Артур Каримов. Мы как активисты города, как лидеры общественного мнения, как депутаты городского округа Химки, мы всегда стараемся участвовать во всех таких мероприятиях. Я на постоянной основе сдаю кровь, потому что знаю, что она нужна, она востребована. Собранную в Химках донорскую кровь передадут в медицинские учреждения. Часть пойдет для раненых бойцов СВО, которые сейчас находятся в госпитале имени Вишневского. Им особенно нужна наша помощь и поддержка. Андрей Липанов, Елена Тараненко, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.